На камеру представляемся. А что паспорт лежит? На камеру представляемся. Открой первую страницу. Что здесь делаете? Фамилия, имя, отчество. Отношения в криминальном мире? Не доводит. Состояние здоровья? Было хорошо, как будет, не знаю. Вернитесь. Фронтально. В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали предполагаемых лидеров уголовно-преступной среды. Так называемые воры в законе, уроженцы Грузии, более известны в криминальном сообществе как Тахи и Каха. При досмотре у первого обнаружен изъят паспорт на другое имя. Также в настоящее время он подозревается в совершении ряда преступлений на территории Забайкальского края. В частности, речь идет о вымогательствах. У охранника одного из преступных авторитетов обнаружен изъят пистолет без номера, калибра 9 мм с патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению преступлений и проверка их по различным учетам.